В соответствии с поручением президента, в следующем году вопрос доступа населения к качественной питьевой воде должен быть полностью решен. В рамках программы «Эриге Аусу» параллельно с реконструкцией в городе Макинске ремонтируются водопроводные сети и в 7 населенных пунктах района. В 4 селах завершить проект планируют уже до конца года. Таким образом, более 2000 жителей будут обеспечены качественной питьевой водой. Работы по реконструкции водопроводных сетей по городу Макинску начаты 11 июля. В настоящее время мы завершили работы по прокладке трубопровода на 8 улицах и установили 169 колодцев. Было проложено более 12 километров абонентской трубы. Работы продлятся до ноября этого года.